заказала для сына свеч и мазь от геморроя. Стало еще хуже. С чем это связано? Мужчины и женщины, которые болеют геморроидальными узлами, как правило, должны снижать кислотность желудка. Применяйте свечи или применяйте мазь без свечей. Принимайте мазь таким образом, мазь утром и вечером. При этом обязательно 1 чайная ложка соды на 1 стакан 2 раза в день. Таким образом геморрой сможете вылечить. Второе. Ни в коем случае при геморрое ни в коем случае нельзя заниматься онанизмом, потому что это может приводить к обострению. Именно поэтому этого нельзя. Я не знаю, сможете ли вы это сказать близкому человеку или нет, но это просто лечить геморрой, и это, чтобы происходило, лечение не получится. Это все между собой взаимосвязано. Третье. В случае, если не помогает и происходит кровотечение, то необходимо все-таки обратиться к проктологу. Возможно, проблема уже достаточно длительная, и может быть действительно начать или провести исследование. Я вообще считаю, что каждый человек раз в 5 лет должен проводить исследование толстого кишечника, проводить колоноскопию и смотреть, не развиваются ли какие-либо заболевания.